Наконец-то мы дождались ужина. Выбор, конечно, очень большой, поэтому хватали кто что может. И все оставите. И все останется. Вот и курица. Я взяла говядину. Там солености. Дети взяли себе детскую еду. Там шницели такие. Сосиски какие-то. Ой, сладостей тоже понабираю. Личка, супчик вкусный. Здесь взяли. Хороший. Начать супчик. Начать не супчик, да, это бататовый супчик. Убери вот это вот такую и сюда поставь. Вот такие. Вот это будешь все время мазаться. А тут Михаль сидит. Возьми к себе салфетку. Михаль сидит. Я так хотела есть, а перехватила, и уже все как-то так, что еще и рыба. То есть понабирали. Рис хочешь? Рис, пожалуйста, ради бога. Ешь на здоровье. Короче, всем приятного аппетита. Мы сидим в столовой. Опять с таким прекрасным видом на Кеннерит. Алечка, немножечко в стороночку, пожалуйста. Хочу еще море, озеро снять. Вот такой красивый вид. Пока ты хочешь суп, я подвину. Ну все, всем приятного аппетита.